17 марта 2018 год, Харьков. Реконструированный полгода назад выход на метро Героев Труда, кинотеатру Познань. На пару месяцев его закрывали. Из советской постройки, от советской постройки остались одни столбы, несущие. Не прошло и полгода, как крыша прохудилась. Это, наверное, рекордное показатель. Метро Героев Труда. Тут явно постарались асы труда. Ассоциация с английским созвучным словом на вашей совести. Полгода делов. У того, кто это строил, проектировал, с крышей точно что-то не в порядке. Возможно, черепная крышка не подходит к черепной коробке. Но это просто красота. В октябре метро было открыто, станция, а в марте уже течет.